Эфе Продакшнс совместно с Трибуст Продакшнс представляет. Мы рекомендуем вам с дочерью срочно приехать. Нет, ни в коем случае. Я не повезу дочь в приют к избитым женщинам. Так будет лучше, поймите. Округ отказался держать вашего бывшего мужа под стражей, а он подходит под профиль убийцы. Все для Эми. Он не угрожал убить нас. Срывался пару раз, но Эми никогда не трогал. Прошу вас, пожалуйста, приезжайте. Побудьте у нас. Для таких людей, как вы, существуют такие места. Ценю вашу заботу. Правда, ценю. Но я не хочу прятаться всю свою жизнь. Хотя бы запишите наш адрес и приезжайте, если почувствуете, что вы в опасности. Адрес есть. Чтобы добраться, надо доехать до платной автострады и выехать... Эми, не смотри это. Мне пора. Я знаю, как вас найти. Пока. Боб! Порядок? Она пыталась упрятать меня в тюрьму. Твое прошлое чисто, проблем не будет. Но перестань сюда ездить. Не думаю, что судья выпустит тебя под залог, если ты нарушишь запрет. Понял? Хорошо. Джон! Дай денег. Надо забрать грузовик. Добавь к счету. Боб! Не забудь о судебном запрете! Черт. Я говорила не смотреть фильмы о насилии. Я смотрела его с папой, его любимый. И мой тоже. Слушай, милая, я тебе кое-что скажу. Что скажешь? Ну, мы пока не увидим папу. Почему? Ну, потому что он болен, и надо подождать, пока он поправится. А что с ним? Сейчас он желает мне зла, милая. И он может причинить нам вред, даже если любит. Я не понимаю. Мы можем решать, что делать, хотим этого или нет. Если папа желает нам зла, мы не позволим, верно? И он станет лучше. Да? Все гораздо хуже. Ты права. Сильные люди могут выбирать, что им делать, хотят они этого или нет. Но сейчас папа очень слаб. Если папа слаб, значит, он нуждается в нас. Мама, ты не права! Не права! Мы нужны папе! Одиночество для него вредно! Детка, сейчас папе очень плохо. А когда ему плохо, он пьет. Ты помнишь, какой папа, когда он пьет? Он ведет себя совсем не как папа. Он превращается в зверя. И мы не хотим быть рядом с ним. А зачем он пьет? Он пытался бросить Эми несколько раз. Но он не сможет этого сделать, пока не окрепнет. А это займет некоторое время. Понимаешь, почему мы не можем видеться с папой? Нет. Нет? Чего ты не понимаешь? Это ты решила уйти от него. Я понимаю, почему ты не хочешь видеться, но я хочу его видеть. Будет очень неразумно это делать. Мне жаль, что так вышло. Я этого не хотела. Ты все еще любишь папу? Милая, я всегда отчасти буду любить папу. А я вся буду любить папу. Папа! Куско, Перу. 3 месяца назад. В
В ролях Брианна Брилл, Джордайн Виссер, Майкл Чейз, Сьюзен Ратц, Джефф Фентер, Стефани Кей Картер, Трэвис Хитцман, Уилл Колб, Томас Маллинс, Тайсон Фейфер, Анил Санкраманти, и Джо Тикел. Кевин Паркер в лучшем месте с лучшим человеком на свете. Продюсеры Хосе Рамон Санчес и Альберт Хорст. Оператор Хосе Рамон Санчес. Автор сценария и режиссер Альберт Хорст. Кевин Паркер рад вернуться в Остин после стрессового лета. Алло. Привет, Сэндип. Это Эми. Я увидела, что Кевин вернулся в Остин. Я не могу с ним связаться, хотела узнать, как он. Подожди. Это Эми. Что ей сказать? Черт, снова Эми. Как утомительно. Сколько можно названивать? Ненавижу быть засранцем. Друг, что там? У меня бритва. Порежу запястье, если не перезвонишь. Так, она хочет привлечь внимание. Но я бы рисковать не стал. Да. Кевин? Слушай, я знаю, что поступил дерьмово, но не надо манипулировать. Прошу. Кевин, клянусь, я не пытаюсь манипулировать. Я просто хотела попрощаться с тобой, прежде чем я умру. Я могу сделать это прямо сейчас. Мы увидимся. Чушь, я не куплюсь. Кевин!
Черт побери. Как прошло? Я не могу слушать «сделай это, или я покончу с собой». Логично? Вряд ли у тебя получится. Когда это прекратится? Сандип, отсоси у меня, или я умру. Ладно, я понимаю. И что будешь делать? Отошьешь ее, как обычно? Мы опаздываем на игру, а она на другом конце кампуса. И у тебя день рождения. Десять минут. Не надо было подходить к ней летом. Прошлым летом. Даллас, Техас. Серьезно? Надо брать Клея? Ты же хочешь скидку на проезд? Да. Он повзрослел за этот год. Ладно. Как вы? Как дела? Я с подарками. Кевин? Сандип? Так, ребята, будем пить это. Пиво там стоит по 5 баксов. И ты опять будешь поливать их дерьмом. Кевин, не ной. Сандип, ты со мной? Пожалуй. Кев, где нож бойскаута, который ты носил в детстве? Да, он здесь. Вскрою банки, так быстрее. Ладно, веселитесь, а я пойду. Именно. Ты готов, Сандип? Готов. Давай, не стой, вперед! Это все не так сложно. Я не виновата. Ты официантка. Трейси. Что? Прости, у вас случилась путаница чимичанги с чалупой? Верно. Джессика занималась другим столиком, поэтому заказ приняла я. Я запомнила чалупу вместо чимичанги. Так что это мой косяк. Именно поэтому ты хостес, а не официантка. Первый выговор. Прости, меня ждут клиенты. Работай. Спасибо. Ты меня просто спасла, Эми. Не за что. Кроме тебя здесь и поговорить не с кем. Если вы не перепихнетесь на моей вечеринке, значит, вы просто придурки из Остина. Ты с ноутбуком, а ты с гантелями. Неважно, ты все равно накидаешься. Не отрицай. Столик на троих? Эй, Клей, чимичанга вкусная? Нет, чимичанга отстой. Будешь блевать в туалете. Возьми чалупу. Кевин, иди сюда. Что? Пусть пригласит подруг, но только красивых. И не толстых. Вечеринка. У моих друзей вечеринка. Если хочешь, приходи. Вижу, они хорошие парни. Сразу этого не скажешь, но это так. Значит, незнакомец ни с того ни с сего приглашает меня пойти в какое-то место на вечеринку с какими-то людьми? Как разумно поступить? А ты разумна? Могу тебя заверить, что я очень, очень разумная девушка. Могу заверить, что связать свою жизнь со мной было бы очень неразумным поступком. Решай. Три минуты. Не знаю, что сказать. Перезвони ей. Может, она врет. Но если это не так, не стоит рисковать. Понимаешь? Нельзя позволить ей умереть. Кевин. Кевин, не время мечтать, старик. Ты не понял. Чего не понял?
Не хочу об этом думать. О чем думать? Позвони. Я не могу. Что бы ни произошло между вами в Перу, хуже, чем сейчас, уже ничего не будет. Звони прямо сейчас. Ребята, вы такие унылые, аж противно. Вот, я принес выпить. Нет, спасибо, я не хочу. А это для тебя. Если я возьму, ты свалишь отсюда? Пошел ты. Боже. Слушай, Кевин, я не позволю тебе засунуть голову в песок. Минута. Дай телефон. Отдай! Господь наш Иисус. При чем здесь Господь наш Иисус? Слушай, сейчас не время шутить. Кстати, почему ты никогда не говоришь Ганеша, черт возьми? Нет, друг, отстань! Нет, не буду. Я не буду с ней разговаривать! Кевин! Эми! Так, крошки, план такой. Здесь как-то тухло. Давайте уйдем. У Кевина есть джакузи. Идем туда. Ты хочешь уйти? Да, мне здесь надоело. Тусовка отстой. Так не пойдет. Может, есть смысл сначала угостить дам выпивкой? Точно. Выпить! Выпить! Дамы, угощайтесь. Отлично. Отлично. Идем. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Давайте! Еще по одному, держите! Да! Джакузи! Идем! Эй, Синдип, иди сюда. Пока меня нет, ты за главного. Не сожги тут ничего. В джакузи! Эй, у нас нет купальников. Какая ты наивная. Кажется, тебе повезло, друг. В джакузи! Привет. Мы полежим в джакузи? Да. Только маму не разбудите. Да, сэр. Ты классный, Фил. Напьемся. Пить, 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 пить. О, боже. Пузырьки классно щекочут мне яйца. Незачем надевать купальники. Да, хорошо, что мы ушли оттуда. Да, вечеринка была отстойной. Эй, Кевин! Кевин! Что? Кевин, эй, не напивайся. Утром надо встретиться с мамой в агентстве. Договориться. Что?
Что она делает? Думаю, задерживает дыхание. Надеюсь, она может делать это очень долго. Давай, Эми. Давай, Эми. Давай, Эми. Ты следующая. О, черт! Что за хрень? Где полотенце? Мы оставили их там. Ты что, издеваешься? Папа! Это кто-то другой. Идем. Помнишь, как ты собираешь вещи, когда мы ночуем у Джессики? Сделай то же самое, но так, чтобы хватило на пару недель. Ладно. Хорошо. Нам пора. Идем. Папа! Открой дверь, Мэри. Черт! Да, это папа! Заберись ко мне на спину. Давай. Поедем? Да! Эми! В чем дело? Объясню позже. Сейчас садись в машину. Эми! Эми! Детка, открой папе дверь, милая. Садись в машину. А папа? Нет. Садись в машину. Нет. Эми, в машину, быстро. Уходи! Убирайся с дороги! Уйди с дороги! Я тебя перееду! Уйди! В чем дело? Что ты делаешь с папой? Не знаю, он встал на пути. Не знаю. Папа! 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 Все хорошо. Папа! Кевин, я спросил, где полотенце. Твой отец дал. Что с ним? Черт. Давайте. Что за хрень? Что с ней? Чувак, тише. Родители проснулись. Гадость. Отвезем ее. Это ты виноват. Вовсе нет. Я не заставлял ее столько пить. Неправда, еще как заставлял. Она хотела выпить. Серьезно? Отвезем ее к Джессике. Нет, ко мне мы не поедем. Ее адрес 65 Джонс-стрит. Ладно, план такой. Отвезем Эми к родителям. Высадим ее у двери. Позвоним и скажем: «Эй, проверьте дверь, вас ждут», а потом уедем. Поняли? Только меня в это не втягивайте. Второй дом слева.
Что он делает? Кевин! Кевин! Давай! Надо убираться! Мистер Али? Нет, я не Али. Что это? Что ты сделал с моей дочерью? Боже, что ты с ней сделал? Она много выпила. Ей вообще нельзя пить. Джейми, иди сюда! Милая, милая, детка, детка, как ты? Что случилось? Видимо, наша дочь выпила много. Эми! Вызываю скорую. Не нужно. Скажи, что именно она пила? Она... Давай, говори. Три текилы, два... коктейля, два пива, и она пила вверх ногами. Как вверх ногами? Ну, стойка на руках, и пьешь пиво. Заткнись! У нее алкогольное отравление. Ей нужна скорая. Спасибо. Так, молчи. Где ты живешь? Тут за углом, я пойду. Нет, подожди. Слушай, я отвезу парня, будь с ней. Я дойду. Нет, слушай, я тебя отвезу. Эми, ты как? Эми, прошу, Эми, ты как? Где твоя одежда? Пойдем в дом. Давай, идем. Здесь надо налево. Налево. Кевин, не подходи к ней. Я просил просто высадить ее у двери. Плохо. Тебе не надо было сваливать. Зачем уехал? Я не хотел вляпаться вместе с тобой. Я же ясно дал понять. Мы высаживаем ее из машины, звоним в дверь, оставляем ее и сваливаем. Отличный план. Клей прав. Не стоило показываться. И ехать с ним. Это ты виноват. Если бы ты не уехал, я бы избежал неловкой поездки. Ребята, все забронировано и оплачено. Хотите страховку на случай отмены? Нет, мам. Ничто не удержит нас от Кенкизи. Да, действительно. Что ж, хорошей поездки. Все серьезно. Мы едем в Кенкизи. 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 Мы едем в Кенкизи. Кенкизи. Эй, мы едем в Кенкизи, придурок. Кенкизи. Эй, Клей весь день будет в Канкуне. Кенкизи. 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 Давайте идем. Я приду сегодня вечером? Нет, уже поздно. Увидимся в Канкуне. Мы едем в Кенкизи. Едем в Кенкизи. Едем в Кенкизи. Едем в Кенкизи. Мы едем в Кенкизи. Едем в Кенкизи. Кенкизи. Кенкизи, Кенкизи, мы едем в Кенкизи, 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 мы едем в Кенкизи. Как дела, Фил? Все в порядке. Класс! О, привет, миссис Паркер. Привет. Мы едем в Кенкизи, Кенкизи. Я пойду. Удачи. Опаздываю. Ну что, ребята, ждете путешествия в Канкун, да? Да, черт. В Канкуне будет столько задниц, что я уже чувствую их вкус. Знаете, ребята, хочу вам посоветовать. Предохраняйтесь. Фил, я не подведу. Надо думать о Кевине. Выглядит недомерком, но все задницы ему достаются. Мой сын. Задницы, да? Эй, если ему нравится, я вовсе не против. Но один совет, парни. Прежде чем жениться, нагуляйтесь вдоволь, иначе потом будете жалеть о вагинах, которые вы не попробовали.
Большой Фил прав. Это хороший совет, Кевин. Хотите еще один? Я открою. Ого. Так вы двое родители Эми? Верно. Ух ты. А я... Вообще-то не важно, кто я такой. Хорошая девушка. Я пошел. Пока, Кевин. Удачи. Как дела? Где родители? Черт, сейчас не лучшее время. Подожду в машине. Нет. Доброе утро. Это ваш сын? Да. Вчера он общался с нашей дочерью. Можно войти? С дочерью? Да, с дочерью. Входите. Что ж, расскажите, в чем дело? Вчера он привез нашу девочку. Она была пьяна. В больнице даже пришлось промыть ей желудок. Мне жаль. Да ладно, все было нормально, она перепила. Возможно, и так. Но ей всего 17. Я понятия не имел, что ей 17. Вот наша дочь. Милый ребенок. Но должен сказать, что вчера она выглядела старше. Вы ее видели? Слушайте, моему сыну 21, его друзьям тоже. Они приводят, кого хотят. Мы не хотим ссоры, мистер Паркер. Мы просто хотели убедиться, что вы в курсе того, что происходило. Я это ценю. Есть что-нибудь еще? Да, есть. Она была топлес. Слушайте, сэр, мне очень жаль. И если я могу что-нибудь сделать, чтобы исправить ситуацию, я готов. Нет, нет. Вы должны знать, что происходило. В полицию не пойдем? Но, говорю тебе, не подходи к нашей дочери. Хорошо, спасибо за понимание. Идем. Я прослежу. Пойдем. Не провожайте. Спасибо, что заступился. Ценю. Ты не представляешь, как это было опасно. Ничего. Дурак. Если бы с девушкой что-то случилось, я бы получил иск. Но не случилось. Кевин, они могли обвинить тебя в изнасиловании. Они не выдвинут обвинения против тебя. Боже, ты не понимаешь. Не понимаешь. Одно дело, если твоя жизнь и твои косяки касались тебя, но они имеют последствия. Все, что ты делаешь, влияет на других. Ладно, мне жаль. Нет, не жаль. Знаешь, ты не едешь в Канкун. Что? Не слышал? Канкуна нет. Что за чушь? Я оплатил эту поездку. Я провел все лето, переворачивая бургеры. О, да. А кто долгие годы оплачивает твое обучение в Остине? Я могу тратить свои деньги, и ты не можешь мне указывать. Зря я устроился на эту работу. Вернись сюда. Ты понимаешь, как ты разбалован? Ему западло жарить бургеры. Твои предки иначе к этому относились. Для них это был шанс. Ты ничего не сможешь сделать. Ты не сможешь не пустить меня в этот самолет, ясно? Вот как. Ладно, садись в самолет, и никакой квартиры... колледжа и машины. Как тебе? Это контроль с помощью денег. Я взрослый, могу принимать решения. Тот, кто объявляет себя взрослым, явно недостаточно зрелый. Я не обязан сидеть и слушать твои нотации. Не смей уходить. Ты потеряешь все. Слышишь, Кевин? Потеряешь!
Ты придешь или нет? Слушай, это не я тебе звонил. Ладно, если так, то я закатываю рукав. Прикасаюсь лезвием к коже. Нажимаю на лезвие. Ладно, хватит, стой! Приезжай. Где ты? Я скажу, но даже не думай звонить в скорую. Вовремя не доберутся, потому что я в большом здании, быстро не найти. Понял? Да. Хорошо, где ты? Я в Гвадалупе. А ты где? Я в библиотеке. Будь здесь через 3 минуты. Не успею, через 5. Не ты устанавливаешь правила. Я сама решаю. Ты тупой, самовлюбленный. Ладно, ладно, я в пути. Бежишь? Нет. Я не блефую, Кевин. У тебя 3 минуты. Хорошо, я бегу. У тебя 2 минуты. Я бегу, Эми, но я не успею. Я больше не дам тебе времени. Беги быстрее. Четыре. Три. Два. Один. Я здесь! Если ты врешь... Выглядит как обычный мотель, но у нас усиленная охрана и круглосуточные консультации. Надо сохранить это место в строгой тайне ради безопасности всех этих женщин. Вы можете остаться здесь на 29 дней без оплаты. И кроме того... Мы не планируем оставаться надолго. Его же посадят за нарушение запрета. Это зависит от судьи. Формально это мелкое нарушение. Так что он может выйти под залог. У его адвоката нет души. Тогда он подходит. Лишение моего клиента свободы – это грубое нарушение всех американских законов. Посмотрите. Его бывшая жена представляет для него большую опасность. Протестую. Все, все. Я услышал. Залог 1500. Да, да, да. Я скажу. Хорошо. Его посадили? Вам стоит остаться здесь. У нас есть ресурсы, которые помогут вам найти работу в новом городе. И вы сможете встать на ноги. Нет. Я не хочу бояться возить Эми к моей семье.
Я не собираюсь бросать друзей. Я не собираюсь позволять ему управлять моей жизнью. Но мы уже говорили об этом. И вы видите результаты. Прошу вас, пожалуйста, думайте об Эми и о своей безопасности. Простите. Я останусь на неделю, пока все не уляжется, а потом мы поедем домой. Ты не сможешь войти. Если позвонишь в полицию, я побегу вглубь здания и найду место, чтобы спрятаться. Никто не найдет меня раньше, чем я... Ладно, ладно, я понял. Спасибо. Выйди ко мне, прошу. Знаешь, в чем проблема? Ты ничего не воспринимаешь всерьез. Для тебя все заканчивается хорошо. Ничего плохого не случится. Но я же здесь. Да, и ты пришел попрощаться. Слушай, Эми, зарядки хватит меньше, чем на час. Ты можешь выйти ко мне?
Время есть. Печально, что только так я могу говорить с тобой. О чем ты хочешь поговорить? О нас. Моя любимая тема. Слушай, давай ты отдашь мне это лезвие, и мы закончим со всем этим. Никуда без чувства юмора, да? Слушай, Эми, твоя жизнь сейчас совсем не сказка. Ты через многое прошла. Но иногда полезно знать, что ты уже на дне. И остался путь наверх. Знаешь что? Как бы плохо все ни было, может быть хуже. Нас преследуют? Эти люди здесь для нашей защиты. Без них мы не будем в безопасности? Они решили помочь нам. Они просто полицейские. А, ладно. Прошу вас пока подождать здесь. Я быстро. Чисто. Можете входить, мэм. Мы с напарником у входа. Ты издеваешься? Нет. Содовой нет. Серьезно? Так было, когда твой папа подошел ко мне и достал твою фотографию из Библии. Мне так стыдно. Понимаю, что ты меня ненавидишь. Они настоящие придурки. Ничего, не беспокойся. Ты не едешь в Канкун. Кто сказал, что я не еду? Ты хочешь стать бездомным ради нескольких дней в Канкуне без меня? Ну, это из принципа. Я заплатил. Я работал ради этого. Поездка моя. Ее уже забрали. Нет. Это полный бред. Я несколько месяцев работал ради этого. А моему папе надо лишь использовать бонусные мили. Лучше буду сам по себе, чем под контролем. Тебе повезло, что у тебя есть родители. И поэтому не надо портить с ними отношения. Ну, это был комментарий человека, который назвал своих родителей... Как там? Самые настоящие придурки?
Это приемные. Что это было? Идем со мной. Аккуратно, вперед. Что происходит? Иди, милая, вперед. Давай, давай. Что мы здесь делаем? Нам придется здесь спрятаться. Да, да, она Смита 513. Мой муж застрелил полицейского и пытается убить другого. Быстрее! Слушай, ты должна остаться здесь, ясно? Дверь открывается только снаружи, поэтому ты не сможешь ее открыть. Ясно? Но, мам! Слушай, тебе надо сидеть очень тихо, поняла? Ни слова, даже если услышишь папу внизу. Почему? Ты помнишь фильм про зомби? Да, но... Хорошо. Тогда ты должна понять, что кто бы ни был там внизу, это не твой папа. Голос его, но это не он. Этот человек очень опасен. Ясно? Почему ты не останешься? Чтобы выиграть время. Просто... Потому что мама так сказала. Но... Так. Мне страшно. Веди себя тихо. Ни звука, поняла? Можешь это сделать? Да. Вот так. Ни звука, родная. Я люблю тебя. Обернись! Обернись! Ты боишься смерти, Эми? Нет, не боюсь. Жизнь после смерти — это такая тайна. Все известно. Будет так же, как до того, как мы родились. Ты не рассматриваешь жизнь после смерти? Нет. Ты думаешь, я отправлюсь в ад, Кевин? Во-первых, ты этого не сделаешь. Во-вторых, глупо, что ты... Я делаю это не ради внимания. Посмотри! Я возьму это лезвие и порежу себе вены. Увидишь, как я умираю. Посмотри на меня, черт! Когда я умру, Бог отправит меня в ад? Отвечай, Бог отправит меня в ад? Да! Да. Зря ты так думаешь. Это не я думаю. Это в Библии написано. Умрешь неверующим — попадешь в ад. Совершишь самоубийство — попадешь в ад. Не верь всему, что там написано. Как бы тебе ни хотелось, ты не разобралась. Может, не разобралась. Но я отказываюсь верить в то, чему нет ни единого доказательства, в то, чего не существует. Бог посылает доказательства. Я чувствую его.
Ладно, я его не чувствую. Но Бог, который отправляет людей в ад, не похож на любящего. Как если бы Дарвин бросил сына в печь за отрицание эволюции. Нет, не так, потому что Бог не человек. Хорошо, если он так меня любит, почему не мешает мне убить себя? Пусть сделает так, чтобы я верила в него и не попала в ад. Ну, Бог не может вмешиваться во все. Иначе нет свободы воли. Иногда надо спотыкаться. Такую цену мы платим. Ты не думала, что он послал меня сюда, чтобы я поймал тебя? И, кстати, свобода воли — это доказательство его существования. Ты говоришь, что свобода воли, то есть факт, что Бог ничего не делает, доказательство его существования? Мощно. А ты говоришь, что мы всего лишь кучка хаотичных атомов вокруг кучки молекул углерода, которая принимает решение как в задачке по физике? В основном. Бред, Эми, у тебя есть выбор. Это ты решаешь порезать вены, а никакая не физика. У тебя есть душа, и эта душа решит, умрешь ты или нет. Не могу воспринимать твои аргументы всерьез. Не могу воспринимать людей, которые верят в сказки. Прежде чем ты уедешь в Канкун, я хочу извиниться за то, что было в джакузи. Ты ничего не сделала. За это я и извиняюсь. Извиняюсь за то, что не сделала. Может, мне не ехать? Иди домой, Кевин. Так, у меня есть план. Если план не в том, чтобы вернуться к родителям, то плохо. Нет, у отца есть дом на озере, в котором он бывает раз в месяц. И что? Давай поедем туда на пару дней. Мы не можем просто поехать на озеро. Почему? Ну, у меня работа, и родители никогда не разрешат мне ничего подобного. Так, я тебя понял. Ты узница. Узница своей работы и узница приемных родителей. Я прав? И это не так плохо. Да ладно. Поехали. Только ты можешь сделать выбор в пользу свободы. А работа? К черту работу! Им на тебя плевать. И тебе на них тоже. Эми, никто не может дать тебе свободу, равенство или справедливость. Только ты можешь это сделать. Так что давай. Серьезно, Эми? Второе замечание. Я говорила о личных разговорах на смене. Я больше тут не работаю. Что я говорил? Красиво. О, черт! Родители курят травку. Да! Пошли на улицу. Хорошо. Ты убегаешь? Хочешь сбежать? Эй! Я влюбляюсь в тебя. То есть, здесь место, где можно влюбиться. Верно? Здесь место, где можно курить травку. Да?
Держи. Спасибо. Эй, легче. Все хорошо, ничего. Даже Уилли Нельсон и Snoop Dogg кашляют. Смотри, я покажу, ладно? Надо вдыхать медленно. Медленно. Вот так. Эми, расслабься, это просто салют. Смотри! У соседей вечеринка. Пойдем. В смысле пойдем? Давай, будет здорово. Куда ты? А у вас тут весело. Привет, друзья. Мы живем там. Просто зашли. Я Даллас. Прошу, угощайтесь пивом. Будьте добры. Мы собрались здесь праздновать День независимости. День независимости Перу. Понятно. Здорово. Моя супруга из Перу. Та, у которой... Ну, большие сиськи, если вы понимаете. Конечно. Я возьму пиво. Давай, отдыхайте, веселитесь. Привет. Доброе утро, Кевин. Да, Даллас. Кто-то оставил это у меня вчера ночью. Это не твое, а? Не переживай, Кевин. Я пришел его вернуть. Спасибо. Пожалуйста. Нам было весело. Да, перуанцы это умеют. Это правда. Ребята, вы должны приехать в Перу. Там хорошо? Это самая красивая страна на свете. Я принес фотографии, чтобы показать вам. Оу, извините за это. Давайте лучше вот эту.
Хочу поехать. Отвезешь? Возможно, когда-нибудь. Возможно, когда-нибудь. Похоже, ты отвезешь меня к приемным родителям. Через несколько дней. Простите, лучше я оставлю вас вдвоем. Да. Хорошего дня. И тебе, Даллас. До встречи. Было великолепно. Мы сделали это раз 20. Серьезно. Я отлично провел время. Раньше ничего подобного не испытывал. Я тоже. Назад в реальность. Да. Ну, удачи тебе. И тебе. Люблю. И я тебя. Алло? Нет, я только что приехала домой. Привет, мам. Что ты здесь делаешь, Кевин? Как ты сюда попал? Через окно. Кто-то сменил замки. Твой папа ясно дал понять, сядешь в самолет, все кончено, и дома у тебя нет. Я не сел в самолет. Кевин, все и так сложно. Ложь не облегчит ситуацию. Я не вру, я... Хватит! Не хочу это слышать! Тебе придется серьезно смотреть на жизнь. Давай, уходи. Куда я пойду в полотенце? Хватит! Перестань! Хоть раз в жизни перестань валять дурака! Ты все прекрасно понимаешь. Просто надень что-нибудь и уходи. Уходи!
Как все прошло? Не очень. Меня выгнали. Как ты? Мои еще не пришли. И я пока не смотрела сообщения. Да, напрасно я написала ему. Уехали жить своей жизнью, не парьтесь. Да. Ну, что будешь делать? Есть у кого остаться? Пока нет. А приезжай сюда. Живи здесь. Ты спятила. Если у нас есть будущее, им придется тебя принять. Зачем откладывать? Есть смысл. Давай отложим. Нет, я сама решу, с кем хочу быть. И теперь мы одно целое. Либо мы, либо никто. Это меня напугало. Нельзя быть такой зависимой. Мне уже больно. От чего? От того, что ты задаешь такой вопрос. Почему? Ты никогда не чувствовал ко мне того, что я к тебе. То, что ты чувствуешь, неправильно. Люди в наших отношениях должны поддерживать друг друга, а не напрягать. Слушай, я не настолько логична в вопросах любви, как ты. Я понимаю, что не любовь управляет миром, но так жизнь имеет смысл. Я нервничаю. Не будь трусом. Просто сиди, а я буду говорить. Ладно? Ладно. Ничего не узнал? Нет, пока нет. Она здесь. Где ты была? Мы переживали. Знаешь что? Я очень рад тебя видеть, но надо поговорить. Ну, присядем. Нет, ты присядь. Знаете Кевина? Да, мы с ним встречались. Но он слишком тебя напоил, чтобы... Я помню. Итак, ты был прав. Она развлекалась с Кевином. Верно. А, и ты думаешь, что можешь просто так сбежать на целых 3 дня? Да. И для тебя нормально провести 3 дня с тем, кого ты не знаешь? Я сама решу, с кем проводить время. То есть, с кем спать? Знаешь что? О чем я просил? Что я сказал? Я просил, чтобы ты держался подальше от моей дочери. Одно условие, чтобы мы не обвиняли тебя в изнасиловании. Папа, ты не можешь! Это было справедливо? Кевин, это была справедливая просьба? Да, справедливая просьба. И ты выполнил эту просьбу? Нет. Значит, по-моему, будет справедливо выдвинуть обвинение и позвонить в полицию. Справедливо? Нет, сэр, несправедливо. Нет? Дело в том, что ваша дочь очень многое значит для меня. И я тоже многое значу для нее. Если вы это сделаете, то причините вред. А вредить вашей дочери будет несправедливо. И не принесет пользы. Нет, нет, нет. Польза в том, что тебя накажут за то, что ты сделал. Это эгоизм. Прости. Ладно, Рик, кончай этот спектакль, ладно? Знаете? Ладно, 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 договорились. Так. Каждый может ошибиться. Каждый может. Но ты пришел поговорить с нами. Это смело, признаю. Но меня восхищает лишь это. Ясно? Нет, нет, нет. Ладно. Ладно, ладно, все хорошо. Кевину придется пожить у нас. Что? Нет, это исключено, Эми. Нет. Да ладно! Нет, не ладно! Нельзя просто съехаться! Это же полный бред! Лучше полный бред, чем смертельная скука. Я могу делать, что захочу. Ты зависишь от 2 взрослых. Я от вас не завишу. Отлично. Тогда сама найди, где ему жить.
и найду. Так, ребята, успокойтесь. Нет. Понимаешь, у нас ушло 10 лет, чтобы сделать из нее женщину, а он за 10 минут сделал из нее дуру. Если дело в сексе, пап, то он был. Много. И мы продолжим. Останется он здесь или нет? Знаешь что? В этом доме секса не будет. Ты думаешь, это смешно? Пошло оно все к черту. Эми, подожди! Эми! Я не был готов, когда сестра... Твоя мама умерла. А Рик тем более. Но посмотри, он все для тебя сделает. И я тоже. Ты не обуза, Эми. Ты подарок. Ценный подарок, посланный нам Богом. Не забывай об этом. Едем. Зря убегали. Ты не такая. Нет, я ни от чего не убегаю. Нужна смелость. А иначе человек вообще не знает, о чем говорит. Будешь чувствовать себя виноватым? Конечно, буду чувствовать себя виноватым. Почему? Из-за меня ты так несчастна. Из-за меня точно не стоит умирать. Что смешного? Ты тщеславный. Ты, наверное, думаешь, что я тут из-за тебя. Так, да? Так, да? Хватит! Если не из-за меня, то почему тогда я стою здесь и разговариваю с тобой через это стекло? Я уже сказала все, что хотела. А ты, придурок, не отвечал на звонки. Чего ты хочешь? Обвинить меня в том, что случилось в Перу? Отругать меня за мою реакцию? Нет необходимости ругать тебя. И так видно, что тебе за это стыдно. Думаешь, это моя вина? Я не мог на тебя смотреть. Я был монстром. Любишь меня? Телефон сел. Разрядился. Эми! Где Эмми? Зачем ты это делаешь? В Библии за прелюбодеяние убивали. При чем здесь это? Никто не будет трахать мою жену! И никто не будет растить мою дочь! Нет! Хватит, прошу! Прошу. Эми. Нет. Прошу. Детка. Нет. Оставь ее. Я знаю, ты здесь. Где ты? Прошу. Эми. Эми. Черт возьми!
Эми! Эми! Милая, папе больно. Выйди, помоги мне. Эми! 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 Эми, милая! Выходи! Ты нужна папе! Милая! Эми! 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 Эми, милая! Ладно, Эми. Если ты не выйдешь, папа уйдет навсегда. Ты поняла? Если ты не выйдешь, ты больше не увидишь папу. Последний шанс, детка. Папа идет, милая. Они скоро вернутся. Надо ехать. И куда? В Перу. Что? Перу. Даллас сказал, там классно. И что? У нас нет денег. Да, но есть бонусные мили. Переведу их себе, и можно ехать. Так, поменял ли он пароль от Wi-Fi? Отлично. Едем в Перу. Thank you.
Верни телефон! Верни телефон! Нет! 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 Прошу! Прошу! Я отдам тебе все деньги! Нет! 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 Эми, я здесь. Все будет хорошо. Все будет хорошо, Эми. Все будет хорошо. Нет, Эми, нет. Нет, Эми. Эми, у нас есть время, мы можем поговорить. Эми, нет. Эми, нет. Эми, нет. Мы можем поговорить, у нас есть время. Эми, нет. Эми, нет. Эми, открой дверь. Позвони 911, Эми. Что я должен сделать? Это моя вина, а не ее. Что я должен сделать? Что я должен сделать? Эми, если ты это сделаешь, то и я тоже. Позвони 911, или я умру с тобой. Хочешь позвонить родителям и уехать? Я не хочу ехать. Тогда какой план? Я не хочу строить планы. Не хочу ехать. Я хочу сидеть здесь. Я хочу убить того урода. Знаешь, что самое ужасное? Не знаю, что? Ощущение, будто тело и эмоции не связаны. Подожди, в смысле? Забей, забудь. Нет, нет, в смысле? Как не связаны? Не знаю, как описать. Тело испытывает эти чувства в то время, когда тебя насилуют. Стой, что за хрень?
Тебе понравилось? Нет, нет. Я говорю, что это ужасно. То есть оргазм. Ты испытала оргазм? Нет, нет, Кевин, это другое. Я говорю, что это самое ужасное. Нет, тебе понравилось? Нет, Кевин, слушай себя. Нет, это ты себя слушай. Ты испытала оргазм. То есть... Господи, боже мой. Ты издеваешься? Мне нужно подумать. Не уходи, Кев. Эми, пусти меня. Нет, нет, я не должна была поднимать эту тему. Забудь. Эми, дай пройти. Эми, пусти. Слезь меня, слезь. Ладно, я тебя оставлю. Куда ты идешь? Не знаю. В это время здесь опасно, и у тебя нет денег на отель. Тогда я покатаюсь на поезде. Подожди меня на платформе. Мне нужно время. Уважай меня. Увидимся на станции через 2 часа. Прости. Не за что извиняться. Привет, детка. Что случилось с мамой? Мама ушла. Она сказала, что ты не настоящий. Ну... Я настоящий, детка. Люблю тебя. Зачем ты это делаешь? Я не могу вернуться. Не могу начать сначала, понимаешь? Не могу вернуться и начать с нуля. У меня нет выбора, детка. Нет, у тебя есть выбор. Есть, есть! Эми, позвони 911, или мы оба умрем. Позвони 911, или я умру с тобой. Эми, позвони 911! Эми, позвони 911! Я не хочу умирать! Не хочу умирать! Эми, позвони 911!
911. Скорую в библиотеку имени Линдона Джонсона. Все для Эми. Через 5 лет. Привет. Привет. Спасибо, что ты спас мне жизнь. Тебе лучше? Да, облака развеялись. Я была маленькой девочкой, которая пыталась полюбить. Рад за тебя. А ты? А что я? Ты счастлив? Знаешь, да. Да, я счастлив. Год назад я женился. Ждем ребенка. Отлично. Я хотела... Ты... Давай, сначала ты. Я думаю о твоем взгляде на жизнь. И что? Вселенная не имеет смысла, да? И умираем и перестаем существовать? Верно. А то, что мы выжили, это своего рода чудо? Маловероятно, Кевин. Тогда как ты можешь быть счастлива? Любишь булочки? Да, люблю. Ты думаешь, в чем смысл булочки, если она скоро закончится? Конечно, нет. Булочка не должна быть бесконечной, чтобы ее съесть. Грустно, что она заканчивается, но когда знаешь, что конец близок, каждый кусочек становится вкуснее, верно? Ну, в булочке не должно быть так уж много смысла. Так я смотрела на жизнь. Я была просто случайностью в огромной древней вселенной. Это означает, что я должна все бросить. А почему жизнь того стоит? Жизнь трудна. Иногда мы счастливы. Иногда грустим. Мама была со мной. А теперь ее нет. И меня не станет. Я смогла это принять и стала наслаждаться жизнью. И она не бессмысленна? Нет. Я пытаюсь заботиться о людях. Прощаю врагов. И никогда не забуду маму. Я делаю то, что мне нравится. Я помню, что надо любить, прыгать, смеяться, плакать. Да, жизнь бессмысленна, и вселенная на нас плевать, и нас забудут. Ну и что? Обстоятельства были против меня, но я выжила и наслаждаюсь. Прошлое — полная жесть. Но
Никто не может вернуться назад. Зато все могут начать с новой страницы. Starts with an itch and a tingle, and then it builds and expands. And suddenly, all at once, my legs won't let me stand. I scratch till my fingers go numb, but my skin never bleeds. A silent accomplice waits and feeds when I'm asleep. Something that lives inside me, I promise I never let it end. Oh, oh, oh. It grows and divides inside me, it's making a home beneath my skin. Have been buried deeply, the roots are in place. It's bright in the sun and it's dark in my days. I've taken it all for granted, but now it's too late. There's nothing that's left to do but something that lives inside me, I promise I never.